эта спинка крепится. Здесь все то же самое. Точно так же стоит штырь. Я уже его на разную длину выкручивал, вкручивал. Ну, какая-то херня. Замок. Но не фиксируется. То есть вот он до конца бьется, но не фиксируется. Если с язычком поиграться, но повыше, пониже попробовать поставить изначально, то нам что-то долбится. Не, ну сейчас, короче, просто не закрывается. Я не понимаю, в чем дело. Уже собрал, разобрал эту херню раз 30. Спинка не фиксируется. До разбора салона все фиксировалось. Не пойму, где я накосячил при сборке.